Всем привет, девчонки! Сегодня снимаю на фоне вот этого. Как видите, у меня здесь организации почти никакой нет, потому что у меня нет органайзеров для косметики. Это я взяла старый флакончик от кисточек и сложила сюда свои кисточки. Ну вот, для них мне нравится. А все остальное, видите, как бы стараюсь хранить в коробочках, чтобы было как-то более-менее красиво. И что я хочу сегодня вам показать. Я сходила в Wildberries и забрала свой вот такой заказ. Тут всего два товара. Поэтому для организации нашей косметики. Поэтому давайте сейчас откроем и посмотрим, что же там. Ну, первое, что я хочу показать, это вот такое вот зеркало. Оно идет с подсветкой. Видите, внизу чаша. Сейчас мы распакуем, посмотрим, какое же оно там. А пока сюда поставим. И последний товар, который у меня пришел, это для организации другой косметики. Здесь у нас находится, как вы видите, органайзер для хранения. Вот в такой коробочке. Вот так вот он выглядит. И давайте же. Я на пункте выдачи, конечно, открывала, все проверяла, чтобы все целое пришло. Сейчас мы с вами его в первую очередь откроем. Видите, внутри он еще был запакован в пупырочку. И смотрим. Вот такой вот у нас получается органайзер. Сейчас вас пониже пищу вот так вот. Уж извините. Вот такой вот органайзер. Как мне кажется, он пластиковый. Сразу говорю, вот такие вот два выдвижных ящичка будет. Здесь что-нибудь составлять. Сверху составлять. Мы его там потом в следующем видео с вами сделаем. С другой стороны. И вот такая вот брошюрка внутри. Мне кажется, тут будет все, вот, например, поставить. Давай вот так поставим для наглядности. Вот тут у меня это экстракт Монарты, это гиалуроновая сыворотка для кутикулы, вот, например, духи можно также сюда поставить. Ну, остальное у меня еще не распаковано, поэтому потом. Вот такой вот органайзер. Напишите, как вам, но мне в целом он понравился, он очень компактный, удобный. И вот сюда можно будет помадки, тенюшки сложить. Ну, хотя мои палетки с тенями сюда не влезут, но там что-нибудь придумаем еще. У меня тут сбоку стоит вот такой вот еще органайзер. Поэтому как-то что-то с вами организуем. И давайте уже наконец-то вот это вот зеркало открывать. Очень я его хотела. И поймала я его со скидкой. Кстати, на органайзер я сейчас вам картинку сюда вставлю, почем я его брала. По хорошей скидке. И на зеркало я тоже сделаю. Давайте открывать. Я на пункте выдачи тоже открывала, проверяла, чтобы оно целое было, чтобы не сломанное. Так, внутри что у нас в коробке идет? Вот такая вот бумажка. С ихняя брошюрка просит код сделать. Проводок, чтобы заряжать, так как оно будет, ребята, еще светиться. И давайте соберем само зеркальце. Вау! Вот такая вот. Приношу извинения, просто у меня тут собака играет. Вот такая вот ножка. Сама подставочка. Видите, эту подставочку мы вот сюда вот так вот делаем. И все. И давайте смотреть само же зеркало. Пленочку я уже, конечно, сняла. Вот так вот. И смотрите. Видите, какие три цвета в зеркале. Сейчас мы с вами его приделаем. Оно делается очень легко. Просто вы вставляете, и все. И ваше зеркало готово. Вот так вот. Видите, какое классное. Напишите, как вам. Здесь вот, считайте, можно что-нибудь вешать, вашу бижутерию тут составлять. Ну, давайте попробуем вот так вот, видите. Составить можно. Проводочек можно вот так повесить. Чтобы, да, вот не потерять его, раз повесил, и все, и удобненько будет. Мне очень понравилось это зеркало. И я его приобрела. Цену я вот здесь вот вставлю скрин, почем я его именно взяла. И сейчас я вам хочу также показать еще одну покупочку. Давайте вот так вот отодвинем, чтобы оно не мешалось.
покупочку. Мы заходили с Егором в магазин в Ленту. И мы искали шампунь. От Head & Shoulders что-то в последнее время нам не очень нравится. И мы решили взять вот такой вот. Взяли мы его по 129 рублей. Шампунь. Уход, защита от перхоти. На пробу, кстати, пахнет чем-то таким цветочным. Попробуем, посмотрим, понравится нам или нет. Следующая покупка. А, в Ленте. Что мы еще в Ленте взяли, извиняюсь. Это вот такие вот батарейки для освежителя воздуха, чтобы менять батарейки. На пробу ни разу в Ленте не брала. Вот именно ихней фирмы батарейки взяла на пробу. Посмотрим, как они будут. Вот как раз можно сюда положить. Дальше заходили мы в Фикс Прайс. Я там взяла вот такой вот еще шампунь. Очень мне когда-то я его любила. Нравился. Вот когда, если никуда не собираешься идти, помыть на ночь самое, то на утро, например, вот этим, чтобы такого запаха не было. Все знаете, как дегтярный шампунь или мыло пахнет сильно, поэтому эффект от него как бы хороший. Но вот из Фикс Прайса ни разу не брала. Поэтому взяла на пробу, стоит 99 или 89, что такое, но недорогой. Следующее, что я взяла в Фикс Прайсе, это вот такие вот спонжики, аппликаторы для макияжа. Тут 10 штучек в упаковке. Не знаю, хорошие, нехорошие они будут. Ну вот потом открою, тут ножницы просто с собой не взяла, чтобы открыть. Или сейчас, может быть, сможем открыть с вами, посмотреть хотя бы, какие они там. Потому что тенями мажусь, а кисточки... У меня, по идее, есть вот такие вот кисточки. Видите, вот они двухсторонние. Ну, бывает иногда вот надо другие. Поэтому взяла. Они идут здесь внутри. Вот в такой удобной коробочке для хранения самое то. И давайте же попробуем. А, вот они как открываются. Вот так вот открывается коробочка. И вот такие вот аппликаторы. Ну, в принципе... Ой, еще бы достать бы его. О, достала. Двухсторонние они. В принципе, неплохие. Аппликаторы. Посмотрим, как будет на себя продукт брать тени или что вы будете там еще наносить. Ну, вот такие вот аппликаторы. Следующее, что я взяла в Фикс Прайсе, мне нужна для перевязки перекись. Вот такой вот перекись взяла, водорода 3%. У меня мой просто закончился. И купила. Он там стоит копейки, как вы знаете. Вот такой вот перекись еще купила. Дальше заходила я в Магнит Косметик, увидела там на скидке вот такие вот дезодоранты по 159 рублей. У меня есть вот такой вот, у меня еще был другой Рексона черный. Есть вот такие вот Фа-2, но что-то они мне как бы не очень нравятся. Решила взять вот такой вот еще. Попробую, посмотрю, сухой пудры. Ну вот, написано 72 часа будет помогать. Ну, знаете, ни один дезодорант 72 часа не помогает, насколько вы знаете. Поэтому вот такой вот дезодорант еще купила. И последнее это я заказала на Валберисе тоже. Вот такой вот браслетик. Стоил копеечки, он на резиночке. Давайте попробуем одеть, посмотрим. Посмотрите, как красиво смотрится на руке. Это вот у меня серебряный, а это вот простая бижутерия. Стоил тоже, скрин здесь ставлю, почем он стоил. Копеечки, ну, где-то так вот одевать. Ну, это я, скорее всего, знаю, что у меня девочкам пойдет моим кому-нибудь. Вот такой вот. У меня просто там были несколько за возврат товаров на балансе на Валберисе деньги. И вот я решила... Как раз на этот браслет и хватило. Думаю, закажу, моим девчонкам понравится. Вот такой вот в таком чехольчике идет в пакетике. Артикул, если надо будет, то напишу. Браслет на руку написано. Он на резиночке хороший. Вот такой вот, девочки, у меня был весь заказ. Напишите, что из этого вам больше всего понравилось. Напишите, какими вы органайзерами пользуетесь и нравятся ли вам вот такие вот или нет. Ну вот я решила простенький, самый дешевый взять, и по сути он должен свою функцию выполнять. С
следующем видео постараюсь вместе с вами организовать сюда кое-какую косметику. Если вам интересно будет такое видео, то вы мне напишите, и я постараюсь заснять для вас такое видео. Ну вот, на этом все. Всем спасибо за ваши комментарии. Всем говорю пока-пока.